мадам Шини, помогите мне, пожалуйста. О, давайте ваш чемоданчик и это. Осторожно, тут у меня завтрак. Значит, как каждое лето я буду пересылать вашу корреспонденцию в Каркасон. О нет, в этом году я проведу свой отпуск в Италии. О, чудесно. Надеюсь, там хорошая погода, не то что здесь. Такое гнилое лето, ужас. Ну вот и все. Мерси, мадам Шини. Счастливого пути, мсье Антуан. Я веду с этим черного загара. Поехал.